В средней школе номер 4 прошло мероприятие, посвященное культуре и традиции народов Дагестана. На встрече присутствовали представители школы в лице замдиректора по методической работе Хабичевой Шайнат и председателя профкома Минай Абакаровны. Учителя родных языков городских школ, учителя и учащиеся средней школы номер 4. Были представлены обычаи и кухня четырех народностей – кумыков, даргинцев, чеченцев и аварцев. Каждая национальность инсценировала один из обычаев, спели песню, прочитали стихи и преподнесли гостям национальные блюда. Провели презентацию национальных костюмов и показали старинные народные танцы. Как отмечают организаторы, целью проведения мероприятия является возрождение духовно-нравственного потенциала ребят, чтобы нынешнее подрастающее поколение знало об обычаях и традициях народов Республики Дагестан. Дети должны знать и свой язык родной, и свою нацию, свои обычаи чтили, чтобы они свои обычаи и традиции. Без этого всего они не будут уважать своих родителей, не только своих родителей, вообще старшее поколение. Без этого, я считаю, что они не могут этого всего добиться. Необходимо проводить такие мероприятия. В первую очередь, это возрождение духовно-нравственного потенциала учащихся. Потому что я считаю, что тысячелетиями складывались традиции, обычаи народов. И впоследствии вырастали честные, правильные люди. Настоящие джигиты, настоящие горянки. И мне кажется, в наше время это очень актуально. И нужно почаще проводить такие мероприятия, потому что мы получим полноценную личность в итоге.